Усё больш жыхароў Беларусі разумеюць бесперспектыўнасць удзелу ў несанкцыянаваных мерапрыемствах. Неабходна супакоіцца і знайсці рашэнне, якое задаволіць пераважную большасць грамадзян. Такую думку сёння выказваюць многія жыхары Гомельскай вобласці. Сітуацыю ў Беларусі нельга назваць перанапружанай, але праблем у грамадска-палітычным жыцці краіны хапае. Сёння многія беларусы разумеюць, што адбываецца і хто з'яўляецца ўдзельнікамі і каардынатарамі несанкцыянаваных мітынгаў. Асаблівую заклапочанасць выклікае факты, калі на іх прыходзяць жанчыны разам з маленькімі дзецьмі, а таксама спробы прыцягнуць да пратэстных выступленняў непаўналетнюю моладзь. У тэлерадыёкампанію «Гомель» звярнулася гамельчанка Жанна Пікоўская з просьбай данесці яе думку да тэлегледачоў. Жанчына пераканана, рэвалюцыя не той шлях, які патрэбны Беларусі. Дорогие мои гомельчане, я очень люблю свою Беларусь, я очень люблю свою страну, я очень люблю свой город, я очень люблю свой народ. Я очень переживаю, что на нашей земле идут разногласия, что люди разделились на белых, на красных, на желтых, на зеленых. Это ни к чему хорошему не приведет. Революции показывают, что ничего из этого хорошего не получалось. Дорогие белорусы, давайте объединяться вместе, давайте садиться за стол переговоров, давайте решать все свои проблемы не радикально, а конструктивно. Давайте садиться за стол переговоров и решать проблемы вместе. У каждого человека есть свои проблемы, есть какие-то свои претензии, но всегда можно найти какой-то выход, найти конструктивный подход к этому вопросу и что-то решить. Мы видим, что у нас молодежь, подрастающее поколение, надо с ними много работать, надо объяснять, надо прививать чувство патриотизма, что Беларусь нашу продавать нельзя.